Девочка, ну это не креветка, это шляпа американская, делай нормально. Работаем сегодня особенно, на продсхилинг нас снимает таймер BGG Fix. Стоим, ребят, еще 30 секунд. Стоп! Так, приготовились по парам, разошлись, одеваем зютоки. Так, быстрее! Разошлись по парам, свободно. Первый дрил забегания. Приготовились, работа в парах. Первый номер. Оживляем, поехали! Тема нашего сегодняшнего занятия – как с закрытого гарда снизу перейти на спайдер-гард и впоследствии на армбар и треугольник. Ну так, собственно, вот так проходит твоя подготовка, да, к Баку? Да не только к Баку, я всегда так готовлюсь. Теперь вы знаете все мои секреты. Раз, два, три, четыре. И здесь что я делаю? Я натянул, когда я чуть-чуть ослабляю ножку, чуть-чуть буквально. В этот момент я накидываю треугольник, когда чуть-чуть ослабил. Обозначим треугольник и обозначим. После того, когда я начинаю выходить на спайдер, я опять толкнулся к креветку. Вот два движения. И вот туда завел. Первый вариант, когда вы завели там, все-таки сделали свип, перешли там на это движение. Второй вариант, то, что я показал. Сколько техник они обычно за тренировку изучают? Да? Это сейчас одна? Это одна. Это одна, но всегда с подводящим. С подводящим упражнением. И всегда нужно понять, какая конечная цель. То есть мы должны обозначить четко конечный итог, что мы хотим. Подводящее движение, открыли-закрыли. В конце должны обязательно доделать, зафиксировать. То есть желательно, чтобы это был либо submission, либо full mount, либо бэк-маунт, то есть такая позиция, которая будет либо оцениваться высокими баллами, либо закончится более улучшающим. Евгений, я смотрю, достаточно демократично все, да? Вот люди опаздывают, они не получают наказание какое-то там, еще что-то. У нас есть заранее оговоренные люди, которые приходят в силу разных там причин, на работе задержались и прочее. То есть мы заранее всегда знаем, что они опоздают, и демократия держится на строгой договоренности, на самом деле. Нет никакого хаоса, то есть я четко знаю, что человек, например, работает до 8, он к 9 только успевает. Поэтому зашел, поклонился и начинает просто работать. А существует какая-то система наказаний? Ну, болтовня, еще что-то там, где-то отжимается. Отжиматься заставляют, где-то бёрпи. Ну, вот примерно так, да, и бёрпи отжимаются, и выгоняем из зала. Ну, в целом, дисциплина, она нормальная, рабочая атмосфера. То есть нет такого, чтобы там все балдели, там, чтобы не делали. Я за этим достаточно жестко слежу, особенно здесь не работаю. Thank you.
сколько складок обычно у ребят на тренировке? От 5 до 6. От 5 до 6 в минутах, от, опять-таки, от 4 до 6 минут. Минута отдыха всегда. Бывает позиционная борьба, бывает со стойки, бывает ноуги. Но в целом всегда начинаем работать с кимоно, с ги обязательно. И стараемся на выносливость, на технику, потому что к 5-6 схватке начинается уже техника, заканчивается выносливость. Тренер тоже борется? Всегда. Любимыми учениками, да. Большая честь. Приготовили, вторая. Вы что, не устали совсем? Ну, конечно, 100 штук пойдем. А чтобы попасть на чемпионат мира по грэпплингу в Баку, что нужно было выиграть? Надо было отобраться на Россию. Пойти опыт, да. А потом отобраться на Россию на... Ну, успехов. Спасибо. Можно только это видео? А, да? Да. Еще разочек.